Автомобили уже практически готовы к дальней поездке. Помимо простого техосмотра, умельцы стараются доработать машины для зоны СВО. Сюда можно складывать инструмент. Здесь вот есть такие отсеки. Это отдельное усовершенствование, да, я понимаю? Да. Здесь изначально просто был ковролин. Предложение о передаче автомобилей в зону СВО опубликовали в интернете. Практически сразу откликнулся хозяин «Газели». Он пожелал остаться неизвестным. Чуть позже еще двое надымчан передали свои машины общественникам. Если человек пожертвовал эту машину, значит, наверное, он считает нужным принести таким образом какую-то пользу. Артема Полянцева в Надыме знает как человека с активной гражданской позицией. Он несколько раз проводил эко-акции по очистке озера Янтарное. А с начала СВО Артем стал возить гуманитарные грузы. Но увиденное по пути на Донбасс его поразило. Идет уборка, разбор мусора, конструкции. Сейчас общественники готовят для отправки на юг «Газель», «УАЗ» и семиместный минивэн «Надежда». В зоне СВО их будут использовать для перевозки раненых и гуманитарных грузов. С Федерации автомобильного спорта ребята дали нам помещение. Бокс помогают физически, чем могут. Также будут помогать в последующем. Они обещали помочь нам 60% стоимость доставки погасить этих машин. В скором времени работы по ремонту будут закончены, и Артем на «Газели» снова отправится на Донбасс, чтобы лично передать автомобили добровольцам.